Мобильное туристическое приложение «Дербент» презентовали накануне мэру города Хизри Абакарову. Виртуальный помощник показывает достопримечательности и интересные места древнего Дербента. Кроме того, в программу встроен аудиогид, который рассказывает об истории посещаемого объекта. Он доступен на карте, что позволит пользователю приложения, не отвлекаясь от маршрута, узнать о посещенных местах. Также у нас есть 360-градусная панорама. Она предусмотрена для очень многих объектов и выглядит она следующим образом. Пользователь открывает панораму и может ее покрутить даже в режиме реального времени. То есть можно включить и вот так, находясь либо в непосредственной близости от этого места, либо где-то далеко, оценить, стоит ли в это место приходить или нет. На детальном экране можно найти подробное описание места, фотографии, 3D-туры, сохранять объекты в закладке и найти связанные с ним маршруты. В приложении собрано множество туров. Они подготовлены специалистами сферы туризма и посещены сотнями гостей. После презентации Хизри Абакаров высказал ряд замечаний, которые разработчики примут к сведению для реализации в итоговой версии приложения. Через пару недель программа появится в App Store и Google Play.